Добрый всем вечер, всем семья Петербург онлайн. Представлюсь, многие меня знают, многие не знают. Я Дарья Петричук, я приехала сюда, в Москву, первый раз на меня это, из далекой холодной Сибири, города Красноярск. Совсем недавно я родила третьего малыша. Сегодня здесь прям это очень популярно, и вчера мама многодетные рулят. Моему последнему сыночку всего 5 месяцев. И я сегодня здесь с вами. Знаю, что сейчас смотрит мою трансляцию. Мой муж, моя семья, спасибо ему огромное за то, что я только благодаря своему мужу здесь стою с вами. Что хочу рассказать. Немножко тоже подглядываю. На данный момент я в закрытом звании старший директор. А что это значит? Что я получила квалификационный бонус 82 тысячи рублей от компании Faberlic. Да, Faberlic действительно платит за закрытые звания, и это очень круто. Ежемесячный мой доход от 65 тысяч рублей, примерный годовой доход от 800 тысяч рублей, и с каждым годом, конечно, доход только растет. И это очень хорошо мотивирует. Товарооборот моей команды примерно рассчитала от 900 тысяч рублей каждый каталог. В моей команде есть директор, собственно, Екатерина, она также из города Новосибирск. Только благодаря командной работе, конечно, у нас уже товарооборот. Как я начинала? Начинала, многие помнят мою историю, я не была мамочкой в декрете, я была наемным работником. Была я старшим администратором магазина. Работала я в графике 3 через 3, 3 через 4, 3 через 5 иногда, вернее, наоборот, 5 через 3. Практически дома я не жила. И я безумно хотела и мечтала сидеть дома, работать удаленно и заработать свои 100 тысяч рублей. Мечтала так, что я свою цель написала везде. У меня, я просыпалась, шла в ванну, в ванне у меня был такой листочек: «Хочу 100 тысяч, хочу 100 тысяч». И вот таким вот образом все-таки наши мысли материальны, и компания Faberlic спустя практически, конечно, это было давно, практически год, выплатила мне 98 тысяч рублей первую мою зарплату. И вот как раз я сейчас понимаю, что действительно мысли, они материальны. Как я начинала работать? Все очень просто. Давно еще были, по-моему, мой век назывались соцсети. С этих соцсетей мой мир, одноклассники, я начинала, что-то получалось, что-то не получалось. Пробовала, блокировали, совершала очень много ошибок, пробовала разные методы. И постоянно обучалась, постоянно. Было мало времени, потому что у меня был маленький ребенок, работа, муж, который тоже иногда ворчал. И ворчал он даже до звания директора, когда у меня был доход, и он все время говорил: постоянно за компьютером, постоянно за компьютером. Вот, но все равно он меня поддерживал. И спустя 9 месяцев активной работы я открыла звание директора. Сейчас на данный момент, конечно, все уже усовершенствовалось. Я чаще всего все равно рекрутирую контекстной рекламой. Также автоматизировала свою работу РК-бота. Многие знают, наверное, также использую в работе РК-бот Одноклассники, ВКонтакте. И сейчас пробую новые методы работы. Многие знают Телеграм. Все равно частичка есть в Инстаграме, хотя Инстаграм в России закрыли. Но также постоянно, даже в этом звании, даже с какой зарплаты, есть куда расти, есть куда двигаться. И я обучаюсь. Час в день стабильно обучаюсь. Поэтому обязательно желаю всем, кто здесь, вернуться сюда через год, на статус выше это точно, и обязательно прописать себе цели, планы, избрать новые квалификации. Совсем забыла самое главное. За весь мой путь в Faberlic, так как я мама трех деток, я уже родила двух детей. Вместе с компанией Faberlic, вместе с нашим любимым проектом. Компания Faberlic мне выплатила бонус материнства 108 тысяч рублей. Компания Faberlic платит за рождение детей. Да.